Я приобрела квартиру по ипотеке. Собираюсь выйти замуж. Будет ли эта квартира делиться при разводе? Как этого можно избежать? По законодательству есть такое понятие совместная собственность супругов. То есть имущество, которое было приобретено до брака, это является имуществом того из супругов, на кого оно было оформлено. В данной ситуации немножко получается небольшой такой казус. То есть квартира как бы приобретена по ипотеке, но до конца денежные средства за нее еще не выплачены. Вот. То есть получается, что деньги, которые будут выплачиваться по ипотечному кредиту, они уже будут выплачиваться из семейного бюджета. То есть они будут уже вкладывать совместно, что один, что второй супруг. И поэтому как бы при разделе имущества эта проблема в любом случае она возникнет. Чтобы избежать таких ситуаций, самый надежный выход из этой ситуации – это оформление брачного договора. Для этого нужно обратиться в любую нотариальную контору с такой просьбой и оформить у нотариуса брачный договор, в котором будет предусмотрено, каким образом будет разделено имущество в случае расторжения брака, ну, во всех случаях жизни.